В областном центре подходит к завершению операция «Тир». Спортивные и учебные тиры сотрудники Росгвардии проверяют в течение последней недели. Всего в Иванове 4 такие организации. Инспекторы ЛРР сверяют учетную документацию на хранение и движение оружия, оценивают техническую укрепленность комнат, где образцы хранятся. Комната должна соответствовать требованиям федерального законодательства. То есть стены, пол, потолки прочные, оборудованы сигнализацией, сигнализацией с выводом на пульт АВО, неведомственная охрана. Двери оборудуются, все в соответствии с требованиями. Тир ДОСААФ росгвардейцы проверяют уже в числе последних. Здесь хранится более 200 единиц спортивного, короткоствольного и нарезного оружия. Каждый ствол проходит по журналу. В любой момент можно отследить его перемещение из оружейной комнаты. Помещение, где производится стрельба, технически укреплено. Есть пулеуловитель и документы на него. Тир стрелковый закрытый. И существуют ГОСТы по тирам, которые необходимо соблюдать. К примеру, каждые 10 тысяч выстрелов необходимо обследовать заново пулеулавливатель и получать соответствующую разрешительную документацию. Охрана и пропускной режим в тирах – тоже важный момент, на который ревизоры обращают внимание. Расскажите, пожалуйста, что вы осуществляете на данном контрольно-пропускном пункте? Там выписываю пропуска, там сверяюсь с документами, сличаю их по фотографиям, и пропусков нет. На сегодняшний день инспекторы ЛРР проверили все тиры города. Грубых нарушений не выявлено, что закономерно, ведь подобные инспекции проходят дважды в год. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.